Очередную дотацию в 150 миллионов гривен получило коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы. За соответствующее решение на последней сессии горсовета свои голоса отдали 37 депутатов. Впрочем, как и всегда, не все избранники с этим соглашались. Голосованию предшествовало долгое обсуждение целесообразности таких расходов. Руководитель КП предложила оппонентам найти ответы на их вопросы в сопроводительном письме к решению. К слову, сначала руководитель предприятия просила 250 миллионов, но депутаты решили уменьшить запрос на 100 миллионов.